Подсудимый Денис Б. не скрывает, что сам наркотики употреблял и даже делился ими со своими друзьями. Однако утверждает, что торговлей смертельным зельем не занимался. Следствие предоставило доказательства обратного. В октябре прошлого года негласный добровольный помощник правоохранительных органов произвел контрольный закуп марихуаны у подсудимого. Свидетели от обвинения, а их лица из соображений оперативной конфиденциальности мы не показываем, выступавшие понятыми при контрольной закупке, сообщили обстоятельства операции. Вот видеоаппаратуру одели, да? Да. Ваш. Вы видели, да? Да, видел. Он сам принес. Кто принес именно? На чем было? Завернут в пакетике, да? Принес и показал. В последующем в доме у подсудимого также были обнаружены три пакета со специфическим веществом. Сотрудников полиции в присутствии нас приняты, а также служебные собаки по кличке Чарли. Собака была? Начали проводить обыск дома, где проживает подходник Козлов. А похожие на столе были обнаружены один сверток из полиэтиленового пакета, содержимое внутри растительного вещества зеленого цвета. Обнаружен полиэтиленовый сверток, который имеет растительное масло, в нем содержится специфический запах. Изучив материалы дела, суд перешел к прениям сторон. Продолжение судебного разбирательства назначено на ближайшие дни.